Так как мы находимся в Висконсине, то зашли в сырный магазин, потому что Висконсин по всему миру славится своими сырами. Вот можете видеть, там вот много-много-много разных сыров, и выдержка некоторых из них составляет 12 лет. Вот, но мы сейчас покупаем сувенирные вот такие сыры, у меня родители накупились. Вот, настоящий висконсинский сыр с выдержкой. И вот видите, маленькие сувениры. Тут еще были в форме коровы, но, по-моему, папа их все уже взял отсюда. Да, в форме коровы я не вижу.